Всем приветики! Сегодня у нас необычная такая барахолочка, она и на улице происходит, и внутри. Здесь очень много старой мебели, сейчас мы все вам покажем. Да, очень интересно, мы подъехали, просто удивились, столько много мебели, все вынесли вот сюда, на улицу. Ну, такая интересная мебель некоторая, да, посмотрим, давай. Что мы здесь видим? Мне вот это нравится такое. Да, это какой-то как стенка какая-то здесь, плюс ремонт. Ну, видишь, многое здесь надо подремонтировать уже, я вижу. Ну, это для любителей, кто любит реставрацию заниматься. Да, мне кажется, кто любит реставрировать, тот отлично. Вот здесь очень старые. Смотри. Два комода, да? Два комода. Ну, вот их если переделать, они будут очень смотреться. Они, $125. Ну, они, в принципе, не дешево их продают. Ну, вот эти шкафчики симпатичные, да? Да, смотри. Здесь симпатичные. Это как целая стенка. Для телевизора, наверное, да? В середину поставить телевизор. А вон Parlor Lamp, Марин. О, да, Parlor Lamp на улице. Если она за $5, я ее куплю. Да, посмотрим. Нет, 130. Она 130, но была 200. Ну, да. Ну, чуть-чуть подешевле. А это Brighton, нет? Ну, сейчас мы проверим. Посмотрим. Смотри, здесь написано Coca-Cola коллекция $20. Старинные баночки Coca-Cola $20. Но ее уже пить, наверное, нельзя, Марина. Нет, нет, конечно. Мне кажется, там даже может ничего. Нет, там есть еще Coca-Cola. Надо же, ребят, прикиньте. NASCAR. Это коллекция, ну вот это. NASCAR это рейс. Car races. Да, соревнуются на машинах. Соревнуются на машинах. Еще один обмот белый, но вот этот явно они переделали, видишь, это был, наверное, какой-то старый, они его переделали. И вот такая лампа за $90, это они тоже сами сделали из старого для молока. Ну, прикольно. Интересно. Мне вот этот набор понравился, смотри, стол, угловой, да, шкафчик. Угловой шкафчик, еще один шкаф, супер. Можно... Вот там, видишь, стоит, это можно делать, этот стол выдвигается, да. На 6 человек. Красота. Очень красиво. Мы с Ларисой увидели, посмотрите, какая интересная кровать. Вот это мне понравилось. А тебе, Ларис? Да, это спинка, да? Ornate Marble Painted Queen Headboard. Она железная? Да, железная такая. Красиво сделана. Смотри, какой кактус. И кактус под ней стоит, прикольный. А вот тоже набор для камина. Это для камина. Супер. Замечательная столовая. Нам здесь понравилась, конечно же, посуда. Мы сейчас вам ее покажем. Большой такой стол со стульями. И вот здесь целый набор. Вот в этом шкафу мы вам покажем вообще минутку. Но вот здесь они как бы пример привели. Очень красиво. Посмотрите, с хризантемами. Сделан набор весь полностью. Но это Япония. Называется «Осенний закат». Ну, вот видите, хризантемы. Сделано неплохо, с золотом. Видите, даже здесь идет золотая каемочка. Внутри цветы. И здесь есть полностью весь набор. То есть вот десертная тарелочка, салатная тарелочка. И я уже на тарелке большая такая вот. Ну, красивый набор. В принципе, $245 за 62. Вот он весь в шкафу, да? Вот он весь в шкафу стоит, да. Этот набор. И даже смотри, Лариса, там сливочник есть и сахарница. Мы сейчас подойдем поближе, вам покажем. И помимо этого, вот видите, такие bowls, то есть более для глубокие супа, да? Тарелочки, да, для супа. А вот здесь, если мы сейчас подойдем поближе, здесь вот есть молочник и сахарница, огромное блюдо, по которому можно сервировать, но почему-то нет опять чайника. Ну, наверное, это как бы не принято. Не знаю, очень часто мы встречаем наборы, но без чайников. Красивый набор, цена, правда, тоже, ну, как, неплохая цена для такого набора, я считаю. Он очень празднично смотрится. Несмотря на то, что это японский набор, он смотрится очень празднично. Здесь же в столовой коллекция вот таких штайнов. Посмотрите, ну, немецкие штайны. И здесь цена до 28, в основном до $30. Но мы видим с Ларисой, мы теперь знаем, как определять старые штайны, да, от новых. Старые штаны, они не такие глазированные, не такие блестящие. И у них обычно идут немножко другой узор. Поэтому здесь это более современные. Вот, давай попробуем открыть одну крышечку. Вот смотрите, как она открывается, интересно. Вот такие пивные кружки, да? Ну, здесь явно это коллекция. Чья-то кто-то кому-то нравилось, кто-то коллекционировал. Ну, где-то они вот так вот они и стоят. Смотри, там что-то внизу есть. А это, мне кажется, коробки для них, Лариса. Это от них? Там Эйвон написано.
Fine Collection. Но они пустые. Я думаю, может там... Нет, может быть, они просто поставили, что если кто-то хочет забрать кружку, чтобы... Ну, скорее всего. Хотя какой-то номер стоит. Может быть, это где-то в другом шкафу что-то. Посмотрим сейчас. Мы на кухне. И в этом доме очаровательная кухня. Да, Ларис, вот такое слово у меня почему-то в голову приходит. Очаровательная, потому что прекрасные белые шкафчики. Посмотрите, какой милый узорчик на стене, как это обои, да. Обои, да. И вот в середине стоит вот такой Kitchen Island, они называют, вот такой столик, где можно готовить и так далее. Ну, посмотрим, что здесь. Я уже вижу Flow Blue, вон там, Ларис, в углу. Вот это набор, скорее всего, ну, вот в стиле Flow Blue. Уже сделан в Японии, конечно, мы об этом уже рассказывали, о таком стиле. Красивая парлора лэмп. Парлора лэмп небольшая, $12. Здесь что-то там не работает, Ларис. Или отбилось. Или отбилось. Здесь вот такие тарелочки на Рождество по $10. Симпатичные. Очень даже. И что здесь? Ну, это просто. Мы стали больше внимания обращать на стекло. И это, вот видите, когда оно с таким отливом, таким перламутром, это называется крыловальное стекло. И оно тоже ценится, многим нравится, коллекционирует. И есть определенные типы и различные цвета. Какие-то из цветов, ну, более редкие, чем другие. Мне, кстати, понравилось вот по форме вот это вот. Смотри, какая необыкновенная. Это конфетница, да? Наверное? Да, и конфетницы можно как вазочку использовать с таким небольшим букетом. Нож, ну, с таким широким букетом можно сюда поставить. Симпатичная очень. А это для фруктов, я думаю. А это, да, для каких-то фруктов. Угу. Здесь что тут? Чашечка, ну, это китайская. В принципе. Вот тоже, смотри, стекло. Тоже стекло, посмотри, тоже это $25. Это, знаешь, скорее всего, это немецкое стекло. Когда такие, видишь, идет 3D внизу. Это немецкое стекло. Тоже неплохое, но его здесь много. Его как бы оно встречается часто. Здесь тоже неплохой вот этот набор. Смотри, для тех, кто любит что-то посадить себе на кухоньку, $20, вот здесь можно посадить какую-то травку или еще что-то, прекрасные такие милые кактусы. Здесь Starbucks кофе, ну, кто-то любит такие вещи, $18, а здесь, посмотри, перечница и старину сделала, на которую можно вот так вот, мельница, да, кстати, вот еще такая же. Мне нравится. Да, симпатичная. А здесь что? Ну, здесь пара тарелочек, но я не думаю, что это что-то... А, Fits & Flow, кстати, за $8, но только она одна. И это, наверное, тоже. Это, думаю, новогодняя. Это Ленокс, Ларис. Ага. Ну, это симпатичная Ленокс, $8 за них хотят. Нам понравилось, как здесь мило оформлено окошечко с такими прекрасными занавесочками, смотрит на такой зеленый кустик. Здесь на кухне нам с Ларисой понравился вот этот поднос. Ну, вот на нем стоят такие, тоже очень симпатичные, смотри, здесь такими ягодками. Вот 5 штучек за $20. Я не знаю, можно использовать как для десерта, так и для дринков. Для мороженого, да. Для мороженого, я говорю, да, для десерта, для дринков. Ну, вот это нас поразило, да, смотри, какая прелесть. Тут все ягодки. Ну, разные. Очень интересно. Здесь все для коктейлей, смотри, вот да, здесь стоят. Все для коктейлей, да, да. Это явно здесь как по типу барной стойки. Такая вазочка Португалия, современная, декор. Папи Ред называется, маковый красный. Еще одна вазочка, вот там я вижу, Лариса, за 12 с рисом. Но здесь не написано, что это. Ну, очень лаконичная, кстати. Да, симпатичная. Декор современный подойдет. На этом столе очень много ювелирных изделий. Ну, более современные ювелирные изделия, видите, здесь. Ну, вот такой набор $20, в принципе, не очень дорого. С такими бусинками. Марин, ну, смотри, да, какие. Да, здесь прекрасный бутафорт за $100, два больших стакана. И сумочка симпатичная. И сумочка, да, супер. Какой прекрасный петушок здесь. Вообще. Мы любим. Симпатичный, да. Еще, Ларис, мне кажется, мы раз с тобой с той стороны посмотрим. Здесь тоже есть парочку брошек. Мы всегда обращаем внимание на брошки. Вот такой вот смешной крем. Вот это вот мартини. Да. У нас, по-моему, где-то мы еще видели с тобой здесь симпатичную. Марина, что это вот это? Баллон? Что это какое-то? Вот. Что это такое? Ну да.
такой вот поломный. Может, он серебряный? Нет, вряд ли, он очень легкий. Серебряный был бы все содержательно. О, содержательно. Такой вот. Это елочная игрушка? Шкатулочка. Мне кажется, что это да, это елочная игрушка, Ларис. Но туда можно что-то положить, она сделана как коробочка. Подарочек в виде кольца. Угу. Вот тоже Waterford, смотри. Да. А вот это уже серебро, вот здесь, посмотри. Вот это серебряное, и вот это серебряные подсвечники за пару, они хотят $100. Еще нам понравилась эта рыбка, да? Золотая рыбка. Надо заказать желание, Лариса. И еще одна брошка, посмотрите, вот одна, симпатичная тоже. Жучок, да? Это жучок. Вот эти нам понравились с тобой, да? И вот, может быть, еще петушок. Вот эти три. Вот эти три, мы подумаем, они красивые. Здесь также интересные запонки, всегда обращаю внимание на них. Ну, кстати, смотри, они стоили $140. Это такой здесь магазин известный в Ланске. Интересно, сейчас они хотят 12. Вот эти за $10. Это Талпорт, тоже хороший магазин. А эти именные, буква М, ну, Майкл какой-нибудь, да? Это тебе. Да, ну, Марине, да. А, кстати, посмотри, 14 фут. Подожди, давай посмотрим. Здесь золото. Сделано в Китае. А, они позолоченные, короче. За $15. И вот такие вот за 8. Да ладно. Тебе какие больше всего понравились, Ларис? Вот эти. Да, мне тоже, кстати. А вот стресс-шарики. А. Здесь нам понравилось вот это старинное радио $75. Смотрите, какое красивое, как много здесь дерева. А ручки такие интересные. И вот такая собачка под Staffordshire, да. Но это, конечно, не Staffordshire, она даже не выглядит так. Такая не очень хорошая подделка, прямо скажем. Ларис, смотри, здесь какая-то очень интересная картиночка лежит, да? Угу. Обращаю внимание, нам нравится, когда они вставлены, видите, в такое красивое оформление здесь сделано. Какая-то интересная средневековая дама, что-то какое-то даже... На фоне карты, смотри. Да, на фоне карты. Ну, интересно вообще. И тут такая бронза. Бруклин, Нью-Йорк. Ну, такая старенькая, видно, что, может быть, 60-е, 70-е годы. Ну, вот это мы, наверное, подумаем, да, возьмем. Мне понравилось. А здесь вот такая, видите, каминчик вот такой. Он всего $125. То есть вот можно купить и создать себе такую уютную атмосферу камина. А здесь такие маленькие симпатичные лампочки. Ну, Лариса, мне больше всего здесь понравилось, посмотри. Это Сваровский. Симпатяшки. Да, очень даже симпатичная. Ну, мне кажется, наверное, она в коробочке. Главное, что она в коробочке. А я даже вижу бумажку здесь. Сертификат, да? Сертификат, что это кристалл Сваровский. И, наверное, я думаю, что это, скорее всего, по... Серебрение или... Может, серебро настоящее. Да, мы посмотрим, проверим. Нам понравилось, да. А это мы, Лари Мари, и мы начинаем сегодня распродажу вот в этом прекрасном доме. Да, стиль бангало снова здесь. Мы сегодня путешествуем практически в одном и том же районе. Здесь все дома довольно-таки близко друг к другу. И посмотрим, что там внутри, да, Ларис? Да. Вот уже мужчина побежал вперед нас. Вперед нас побежал, смотрите, бежит. Бежит, пошли, наверное, пойдем. Пойдем, мы тоже бежим, мы тоже бежим. Как всегда, опять качельки. Смотри, о, здесь качели. Вот в районе везде большие такие вот. И дом этот продается, смотри, и... Марин. Да, тоже продается. Да. Ну-ка, смотрим, что там. И снова старинный дом, приделанный на новый лад. Ребят, посмотрите, как красиво здесь они все оформили. Поставили вот такой новый холодильничек. Открыли часть какой-то стены каменной. Здесь, конечно, современные все аплайнсы, современные шкафчики. Мне очень нравится, как открыто здесь, да, сделано. Очень много открытого здесь. Не знаю. Современные полы здесь приделанные, да. И вот такой прекрасный здесь. С красивым, освещением наверху. Каунтертоп, да, такой. Каунтертоп, современная дишвошер. Большая, очень красивая кухня. И там дальше мы видим, идет лаундри, его может показать. Просто хотим показать, как здесь... Мне кажется, они снесли вот эту стену и сделали возможно, такую арку, да? Да, да, да. Здесь, ну, явно что-то кто-то здесь. Вот, посмотрите, какое окно. Это как прихожка, да, такая? Да, кстати, с той стороны, и с этой стороны очень открыто все. Класс. И там, посмотри, какая красивая, тоже современная. Лаундри рум? Лаундри рум. Или здесь прачечная? Здесь современные машинки стиральные. Красиво сделана тоже там стена. Давайте показать также люстру, Лариса. С этой стороны.
смотрите, какие современные. Это как раз под стулья. Кстати, очень хорошие, мне нравятся. Они соломенные не стулья и соломенная люстра. Да, соломенная люстра. Смотрите, в этом старом доме современный декор смысл потрясающий. Вот такая прекрасная лампа. Она, в принципе, недорогая, $35, современная, в таком стиле. И как она красиво смотрится вот с этим окошком, с этим, ну, там, декором. Здесь красивые кожаные сиденья такие небольшие. Ну, здесь видно была офисная комната. Кстати, вот этот вот диванчик? Нет, ковер, он стоит $150. Ага, ну, диванчик такой потрёпанный, но в нем есть как хочешь. Кстати, диван стоит $1500. Недешево. Мне кажется, это настоящая кожа. Да, это настоящая кожа, но она все равно уже в таком состоянии немножко. Не знаю, почему так дорого. Дорогие друзья, здесь целый стол ювелирных изделий, как всегда обращаю внимание. В данном случае мне понравились эти бусы, посмотрите. Такие необычные, длинные. Ну, я вижу, что здесь уже есть или нет потери. Да, есть и потери уже небольшие. И еще посмотри, еще одни бусы, вот Лариса тоже. Интересные, посмотри, какие здесь шарики. Они, кстати, разные. Видишь, вот здесь такие два круассан, да, это круассан. А вот здесь уже другие, то есть вот в этом оно интересно. А здесь, конечно же, также мы видим брошки, но это более современные брошки, надо рождественская, да. А вот смотри цепочку вот эту. Вот эту цепочку давай посмотрим. В виде змейки, кстати, очень интересная по форме своей. Сюда красивый кулон. Да, сюда кулон, и будет замечательно. Но, кстати говоря, о кулонах. Вон вот черный этот кулон, вот... смотри, красивый. А, да, ты права. Вот сюда еще кулон очень даже хорошо подойдет. Шикарно. И будет шикарно смотреться. У нас такой кулон был, мы его быстро продали, помнишь? Да, да. И вот еще один кулон, смотри. Угу. Видишь, подвеской. Большой, два кулона мы нашли здесь. И вижу, что здесь вот... А, ну это тоже какой-то кулончик. Что еще? Ну вот еще одни. Видно, кто-то любил такие бусы, где чередуются, ну, разнообразные, видишь? Камушки. Да. Камушки разнообразные. А, и что нам еще понравилось? Вот еще одна брошка интересная. И вот черная. И вот черная, очень красивая. Много. Это более легкие такие. Здесь, мне кажется, хорошо. Смотри, скупили. Необычно это, посмотри. Здесь они на... Настоящие цепочки, да? На настоящие цепочки. Я первый раз такое вижу. Вот эти сейчас очень популярные. Вот такие вот. Прозрачные. Если бы они еще были бы, да, какого-то такого цвета. Но очень приятные. Вот так вот. Подойдут под любое. Посмотри, Марина, взять не золотая. Вот. Вот эта сережка. Угу. Ну, надо посмотреть под лупы, но у тебя хороший глаз, Ларис. Может быть, похоже. Мы сейчас посмотрим, да. И вот эти две клипсы интересные, такие современные. А, это даже не клипсы, что даже лучше. Это под сару, да, да. Вот это сделано? Угу, под сару камень-то немножко. А, что еще здесь? Вот опять эти большие бусы. Такие, еще одни такие, поменьше. Ну, они классно смотрятся. Да, смотрятся очень хорошо. Особенно сейчас, мне кажется, такие вот массивные. Вот еще одна массивная цепочка вот такая. Ну, фирмы это, я наверное, не вижу. Трифари, нет, все, фирмы нет, Ларис. Она бы здесь похоже, стояла. Похоже. А вот этот браслет, смотри, это что? Вот такой браслетик. Вот он. Ну, такой, ничего. Слишком шикарного нет. Брелок. Ну, все, в принципе, мы посмотрели. А вот смотри, я сережки под эти бусики. А, ты права, Ларис. Ой, кстати, очень симпатичные. Посмотри, какая будет красивая комбинация. Вот этих сережек. Вот эти бусины. Да, очень это классно. Это очень классно. Ну, кстати, посмотреть, может быть, здесь какая-то есть фирмочка. Посмотрим. Посмотрим. Ребята, мы очень удивились, увидев в этом старом доме совершенно современную ванну. Посмотрите, какая она прекрасная. Сделано это очень современно. Видите, когда нижние ящики, они не касаются пола. Давай то есть посмотрим. Они такие, да. Видите, они как бы такие летящие. Это сейчас современный такой дизайн. Как прекрасно здесь сделана плитка. Современная, абсолютно необыкновенная здесь душ. Огромный, посмотрите, какой он большой. В общем, замечательно, кто опять этот дом переделывал, они не пожалели ни денег, ни, как бы сказать, такого творческого, дизайнерского потенциала вкуса. Да, вкуса, интерпретации здесь всего. Молодцы. Дорогие друзья, в этом доме даже очень интересный тоже не просто дизайн внутри дома, но мне понравилось и цветы, которые здесь находятся снаружи. Посмотрите, как интересно, какие здесь необычные растения, да? Да, флоры, цветущие какие-то вот кусты, вот это вот все, какие-то маленькие колокольчики, вот это, знаешь, черемуху. И даже здесь, Лариса, смотри, какие красивые хосты. Угу. Очень даже красивые, нам понравилось. Этот дом на продаже сейчас, да? Да, это дом на продаже, он стоит $379 000. Вот там тоже еще, смотри, тоже сделано красивое. Просто покажем вам около здесь. Какая... И такой аромат ты чувствуешь? Да, очень классно, птички поют. Как будто мы в ботаническом саду. Да. И вот там, давай дойдем до этих колокольчиков, еще покажем. Эти замечательные колокольчики здесь.
Ну что ж, нам здесь он понравился, как всегда, этот домик. Видите, как приятный очень. Очень приятный. Лариса даже сказала, ну, такого домика мы не отказались, да, Лариса? Конечно. Да. Ну, такое по цене и по тому, как он там внутри весь переделан. Отлично, конечно, они молодцы. Ну что ж, дорогие друзья, надеюсь, вам понравился репортаж из этого дома. Да. И до новых встреч. Пока-пока. Пока-пока.